Я поняла, что я знакомиться, я буду вначале муниципальных рублях, и у нас там есть такая игра, верю, не верю. Обычно она происходит по какой-то причине, не происходит, потому что должно происходить, да, целое время, и вообще на эти рубля, если так сидят, ну, как ты сейчас, еще с более грустными лицами, потому что ходить на насильник за шлябанье. А я говорю, здесь, давайте я от веры не верю, значит, надо травить. Видите ли вы, что однажды на коттедж нашей байки упало дерево? Ой, половина людей верит, половина нет. Что там не упало дерево? Кто думает, что дерево упало? Да не вдруг. А кто думает, что я упала? Смотрите, мы все поверили, потому что мы стали обучить, что это знать лично, но это правда, она правда упала и проломила крышу. Это было очень весело. А верите ли вы, что в лагере один мальчик сразил огнемет из шиповки для туалета и чуть не пожег коттедж. У всех есть дети, да? Или братья. Вот. Но на самом деле тут нет повести проще, чем вам. Они довольно часто не верят. Иногда в другом мужику не будет, конечно, они не верят. В общем, я на самом деле реально не вижу разницы. Если вы рассказываете историю в комиксе, или даже если вы рассказываете, не знаю, свою попутчику, плацкарте, там нет реальной разницы между этим тем реальностью или нет. Потому что если только вы, человек, который рассказывает, или вы, человек, который возьмется лучше, и в этот момент история осуществляется. И я могу что-то сказать, что у меня там, не знаю, больной двоюродный брат, у которого аутизм, у меня все свои деньги, которые я сказала, находятся, отдаю ему на лечение, и это будет все правдой. Или я могу сказать, что впервые я приехала в этот Питер, жила в нем всю жизнь, 18 лет, и это будет правдой. И на этом балансе очень сложно, правда, это очень сложно балансировать между правдой и ложью. Вот. И вообще, народ очень много чего накопал в этом комиксе. Тут не весь мысль про то, что
что вот мой любимый действительно одинок, как планирует космос, что такое, ребята, я считаю, что Но
Там Рома сейчас